Она не имела ничего общего с ландшафтным дизайном, но ее творчество притягивает как магнит. Одна из жительниц города, Надежда Ковалева, уже второй год подряд свой и даже соседние дворы превращает в произведение искусства. Уличные шедевры оценил и мой коллега Кирилл Мигель. Пестрые тюльпаны и астры, двухметровые пальмы, а еще живность, вроде вот таких поросят или даже слонов. Трудно поверить, но все это когда-то украшало мусорные контейнеры, а что-то просто пылилось на балконе у рукодельницы. Вдохнуть вторую жизнь, например, в пустые бутылки из-под газировки, вспоминает Надежда Ковалева, помогла генеральная уборка. Думаю, ну-ка давай-ка я попробую что-нибудь сделать. Вырезала горлышко, получился цветок. Потом второй, потом третий. И вот так вот я, значит, сделала цветы. Я их вот на палочке, сначала колокольчики вот делала. Вот. Сотворить подобную красоту своими руками проще пареной репы, говорит женщина. Пара движений ножницами, немного краски и фантазии. Кстати, поначалу свои маленькие шедевры Надежда Александровна раскрашивала обычной эмалью. Затем попробовала акрил. В итоге выбор женщины пал на баллончики. Такие чаще используют художники граффити. Вот все, пожалуйста, вот получился колокольчик. Вот я его поставила, он будет сушиться. Вот листики. Листики вырезаю из этих бутылок. Своим палисадникам женщина посвящает все свое свободное время. А его у Надежды Александровны масса. Инженер по охране труда по профессии, она уже давно вышла на пенсию. Теперь ее энергия направлена в другое русло. Поделки Ковалевой не просто хаотично расставлены. Возле каждого подъезда дома Памира 46 рассказана целая история. Тут у меня деревня, видите, деревенский двор. Тут лошадки с мукой, там мельница. Ну, а тут уже свинки, там вот Каркуша их охраняет, там у меня петух. В общем, все как положено, как в деревне. А это уже так, будем так говорить, для души. К слову, недавно управляющая компания, а пятиэтажка Памира 46 находится в ведении крепости, провела конкурс на лучший дом. Так вот, победил в нем дом соседний, 44-й. Все потому, что здесь нет задолженности по коммунальным услугам. А красоты по периметру 46-го больше ценит детвора, да и просто прохожие. Собственно, для Ковалевой это и есть главная награда. Кирилл Мигель, Анатолий Присич, новости нашего города.